Недавно я обновила наш ассортимент декоративной косметики. Я добавила в ассортимент три палетки теней. Это Champagne Pink, Nude Brow and Aquatic Blue. Champagne Pink у меня уже дочка-то заиграла этикетку, поэтому я вот покажу ее без коробочки. Вот так вот выглядит упаковка. Она пластиковая, вот так вот закрывается, открывается. Довольно прочно, надежно все сделано. Вот так вот выглядит палетка. Она защищена пленочкой, которая снимается аккуратно. И вот здесь находится вот такой вот кисточка для нанесения. Вот такая вот. Она такая немножко прорезиненная, очень удобная. И вторая кисточка, она очень такая твердая. Она хорошо подходит для бровей. Ей очень удобно расчесывать и прокрашивать брови. И вот непосредственно сами оттенки. Давайте покажу на руке, как это выглядит. Здесь есть три матовых оттенка. Три оттенка с перламутром. Да, раз, два, три. Три с перламутром и два с таким ярким шаймером. Но эти вот оттенки с ярким шаймером, с этими блестками, они очень быстро стираются. Эти блестки, они разлетаются просто по всему лицу. Давайте я покажу на руке, как это все выглядит. Эти тени, они содержат в составе масло макадамии и витамин Е. Они не только украшают, также они и ухаживают за тенями. Вот у нас шаймер, первый оттенок. Давайте так посильнее накрашу, чтобы было видно хорошо. Второй оттенок у нас более розовый такой. Третий оттенок, такой запах, цвет пыльной розы. Очень интересно смотрится. На самом деле, это любимая гамма моей старшей сестры. Она очень любит такой тональности красить, немножко посветлее. Вот. Побольше намажу, чтобы было ярче видно цвет. Следующий оттеночек. Еще один шаймер. И, наконец, темные оттенки. Вот так вот выглядит полная гамма теней. Теперь давайте посмотрим, насколько они устойчивые. Оп! И тени, которые были с шаймером, они практически стерлись. С перламутром тени держатся, и матовые оттенки, они тоже более устойчивые. Ну что, проведем следующий тест водой. Сначала мы просто льем воду. И все тени остаются на месте. То есть вода им не страшна. Обратите внимание. Матовые и перламутровые тени все остались на месте.